Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Саша Савельева стала мамой. Певица родила первенца. Долгожданный ребенок появился в одной из клиник Москвы. Мальчик родился в центре «Мать и дитя». Официальных комментариев от певицы и ее мужа Кирилла Сафонова нет, как не было и официального подтверждения беременности. О том, что Савельева станет мамой, было известно уже в конце прошлого года. Первыми изменения в фигуре солистки группы «Фабрика» заметили преданные поклонники. На нескольких концертах в декабре Саша выходила на сцену в свободных нарядах, но живот было уже не спрятать. Затем появились в сети фотографии певицы с большим животом из салона красоты, в котором она приводила себя в порядок перед отъездом. В группе «Фабрика» Савельевой уже нашли замену. Когда певица ушла в декретный отпуск, ее место заняла Антонина Клименко, одно время выступавшая в коллективе «Мобильные блондинки». Ранее Клименко неоднократно подменяла Савельеву, а теперь будет выступать с Александрой Поповой и Ириной Тоневой на постоянной основе. Во всяком случае, пока Саша находится в декретном отпуске и ухаживает за малышом. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!